канала ActWiz, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру «Вперед, Кио!». Итак, Мистер Кис, давай продолжим нашу вчера начатую игру. Давай. Так, загрузочка. Вчера мы закончили... Что? Мы спасли Энди, да? Мистер Кис, давай поговорим с Энди. Давай поговорим с Энди. Которую мы спасли вчера. У нее какое-то задание к нам есть. Ага. Пополнение запасов. Найди в лесу белковый порошок, чтобы Гард смог заново открыть Вуниермаг. А, награда. Это запатентованная целительная формула восстанавливает 2 полных сердца. Хорошо. То есть мы получим какой-то пузырек. А, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АИКТВ. Будьте в курсе новых серий и игрушкой. Вперед, Кио! Вперед! Привет! Кио, спасибо, что спас меня. И все такое. Но мне нужно возвращаться к работе в Нирмаг Гара. А у нас закончился белковый порошок. И что делать? Думаю, кое-какие запасы приземлились в лесу после взрыва. А, сможешь поискать? Хорошо, конечно. Мистер Кис. Смогу. Энди дала нам задание. Я понял. Вперед. Так, задание начать. Вперед, Мистер Кис. Побежали в лес. Побежали. Так, нам нужно найти 8 пузырьков белкового пирожка. Порошка? Хорошо. Как скажете. Итак, Мистер Кис. Это протеин, по-моему. Вперед! Что ждешь? Роботы! Оп! Ну-ка, идите сюда. Отличка. Отлично, Мистер Кис. Дай-ка им. Отлично. Еще удар. Ага. Мы собрали монетку. Черепушки им надо дать. Все роботы. Эй, роботы, вы где? Где бутылочки? Так, тут только монетки. Хорошо. Собирай, собирай. Идем дальше. Поехали. И ищем белковый порошок. О, первая баночка. Протеин. Ух, вот ваш порошок. Молодец, Мистер Кис. Первая баночка с протеином, с белковым порошком у нас уже есть. Еще надо 8 штук найти. Нет, это мы не разрушим. Нет, еще 7 найти, одну-то нашли. Идем дальше. Хотя читать не умеешь. Вот еще одна банка. Вау, 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 Мистер Кис, роботы, роботы, роботы. Нет, 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 куда ты, не торопись. Ой. Вау, 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 нас сейчас убьют. Нет, 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 не торопись. Да я не тороплюсь, я. Ударчик, ударчик, еще. Отлично. Получи-ка. Собираем монетки. Так, рекламу мы смотреть не будем, она, по-моему, недоступна. Еще один белковый порошок, Мистер Кис. Отлично. Протеин. Убиваем робота. Куда пойдем? Направо, налево? Вернее, вверх или вперед? Ну, пойдем вверх, посмотрим, что здесь. Ого! Ой, 3 банки протеинового порошка, я вижу. Вау. Так, первая банка. Вторая. Так, тут роботы. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно, Мистер Кис. А так, еще один робот. Да что такое? Да что, откуда вы? Ой, еще появился. Ой. Мистер Кис, аккуратнее, аккуратнее. 2 сердца осталось у нас. Ужас. Не торопись. Удар. Монетки собираем. Ага, ага, ага. И. Нет, тут закрыто. Возвращаемся назад. Хорошо. И назад, назад. Тут тоже все закрыто, Мистер Кис. Ага, и идем прямо. Пойдем. И следующая локация. Еще один протеин. Так, отлично. Получите железки. Ребята, ставьте лайки. Ой, и подписывайтесь на канал АИКТВ. Будьте в курсе новых серий игры. Вперед. Кио. Вперед! Итак, удар. Бах, 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 еще одна банка протеина. И все. Вот еще. А теперь возвращайся к Энди. Так, возвращаемся к Энди. Ну, первое задание неплохое. Ты достал весь белковый порошок? Да. Отлично. У Винермаг Гара снова отлично откроется. О-хо-хо. Это что такое? Задание выполнено. Так, бутылочка. Найдено мега-исцеление. Это запатентованная исцелительная формула, восстанавливает 2 полных сердца. Этот предмет можно использовать в меню паузы. Понятно. И это я знал. Ну что, Мистер Кис, давай подойдем к Гару. Давай. Новое задание. Мама в беде. Найди в лесу Кэрол и верни ее в Лейквуд Плаза. Да, а что получим? Итак, мы получим 1/4 сердечного контейнера. Да нет, это же принять. Ну, в принципе... Мамочку спасти надо. Нормально. Ну... Спасти маму, это святое, как говорится. Мы без награды бы ее спасли, Мистер Кис. Конечно.
Хорошей новостью у меня для тебя подарок. Вот, держи. Это очень опасная бомба. Подарочек. Взрывчатка! Как же я ее люблю! Из чащи леса раздавался вой и жуткие крики. Вероятно, это Кэрол, твоя мама. Моя мама растерзалась, ей бандита. Вой раздавался, это не обязательно от Кэрол. Это, скорее всего, от кого-то другого. Эта бомба поможет тебе расчистить путь от камней. И тогда ты сможешь спасти Кэрол. Это от нее зомби все завыли от Кэрола. Итак, мы получили новое задание, мистер Кис. Отправляемся в лес на поиски нашей мамули. Я ее люблю. Так, рекламу мы не смотрим. Она у нас что-то в прошлом виде не работала. Итак. Ты разбиваешь... Ай, а это что-то зеленое чудище. Это Реймонд. Получи-ка. Реймонд. Ты не погиб? Это что такое? А почему Реймонд против нас? Вперед! А потому что Реймонд против нас, а я думал, что он за вас. Реймонд за вас. Ну ладно. Они похожи по имени. So here's the plan. В общем так, когда он появится, я выпрыгиваю первый и... Шеннон, подгоди-ка! Почему это ты первая? Потому, Даррелл, что я более зловещая, да и словарный запас у меня побогаче. Says who? Чего это? Папа меня назначил главным. Так нечестно. Says me. Да ну, вообще-то я тут главная. Забыл? I don't actually. Чего это вдруг? Oh no, there he goes, quick. Смотри, вот и он, скорее. Hold it right there, Lakewood loser. Куда спешишь, неудачник? Лучше завязывай с поисками, иначе кончишь так же, как твой торговый комплекс. Как? Стану грозой самых отпитых злодеев в мире? Да нет же! Мы тебя уничтожим, как и торговый комплекс. Неужели не ясно? Не очень. Wow, these guys are boring. А, какие-то вы скучные. Нажми. Нажмай. Мистер Кис, нажимай. Хорошо. Наверное, хорошо. Окей, ладно. Как скажете. Пока. He got the message, I think. Думаю, теперь он все понял. Ага, мы явно его напугали. Ну что, продолжаем наше путешествие, мистер Кис? Да, Павел, конечно, Зак. Ищем мамочку Кэрол. Мамуля Кэрол, ты не... Вау, опять роботы, аккуратненько, мистер Кис. Ой, у нас чуть меньше двух серьги. А, молодец, уклоняемся. Хорошо. Давайте монетки возьми. Так, куда идем? Наверх? Зачистим там. А тут никого нету, по-моему. Или... Ой-ой-ой, что-то мне не нравится. Тишина. Это что такое? Это что такое? Ну-ка. Ничего себе, вот мы попали с тобой в засаду, мистер Кис. Столько роботов. Ой, я тебя не вижу, мистер Кис, ты за кустами спрятался. Я тебя не могу, я их не выходи, выходи на свет. А то мы с ребятами не видим тебя. Отлично. Так, мы этих всех роботов победили или что? Или что? Вау, нет, еще. Сразу три, ой, тиган какой-то, тиган. Ой. Нас сейчас убьют, мистер Кис. Нет, все будет нормально. Я смотрю. Но с тобой нет никаких сердец. Нет. Это победа? Ой, сердце вам дали. Отлично, мы получили. Ну-ка, давай-ка возьми-ка сердечко. Обязательно. Ой, как хорошо. Ого. Теперь я здоровый. Отлично, отлично. Идем дальше. Ну, так сражаться можно. Нет, тут закрыто. Давай спустимся вниз и вернемся на главную дорогу. Да-да-да, вот сюда. И пойдем прямо посмотрим, что здесь. Где наша мама? Мамулька!
Кубочки разбиваем. Ага, а вот, надо встать в этот круг, и мы сейчас применим нашу бомбу. Не забыл про нее? Бу-бу. Камни разрушены. И путь свободен. Мистер Кис, вперед, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АйКТВ. Будьте в курсе новых серий игры. Вперед, Кио! Реймон, хватит мешаться, ты что? Я думал, ты за нас, а ты против нас. Реймон против, а Реймон за нас. Реймон! Или я что-то путаю? Да, да, ты себя путаешь. Мешается нам постоянно. Да-да, молодец, ты хорошо уклоняешься. Уходи, 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 сейчас выстрелит. Отлично, ой, попало. Уходи, уходи, отлично. Удар. Отлично, и последний робот, по-моему. Отлично, тигр. Так, давай бочки проверим. Все, что ли? Ой, это что такое? Это что такое, мистер Кис? Это наша мама? Мама, это я, Кио. Ты меня вырастила, помнишь? Ты еще научила быть бесстрастным героем. Совсем не узнаешь. Мистер Кис, она не узнает тебя. Ну же, вспоминай меня. Не хочет узнавать. Надо бежать. Ага, придумал. Нажми. Так, надо поцеловать мамочку. Чмоки. Щечку. Так, аккуратно, давай, нажимай. Нет, не получается у нас с первого раза. Еще. Вот, это точно поцелуйчик. Кио, ты меня спас! Thank you so much, my little dumbbell. Спасибо тебе, мой хороший! Мам, ты мне позвоночник сломаешь! Мам! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АйКТВ. Будьте в курсе новых серий игрушки вперед, Кио. Ну, мистер Кис, на сегодня это все. Мы спасли нашу мамочку. И мы, наверное, будем прощаться с нашими ребятами, с нашими зрителями и подписчиками. Кэрол снова с нами, так держать, Кио, сказал мистер Гарн. Ага, она бродила в лесу, сама не своя. Но сейчас ей лучше. А значит, теперь все в порядке. Тебе нужно с ней повидаться. Она обязательно научит тебя чему-нибудь полезному, каким-то новым приемчикам. Ну что, мистер Кис, ребята, всем пока-пока. До скорых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал АйКТВ. Будьте в курсе новых серий игры «Вперед, Кио». Пока, ребят. Всем пока-пока. Увидимся. Увидимся. Лайки ставьте. Мистеру Кису.